Александр Роман. Синему ринга готовится к продолжению боя Сергей Боков с Самара. Он кандидат в мастера спорта. Ему 20 лет. Боксом занимается 7 лет. Счет боям не ведет. Постоянно тренируется под руководством Николая Орящина. Рефери в ринге, судья первой категории Роман Жуков, Самара. Третий раунд. Попал, 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 снимай, снимай, попал.
Боксер из синего угла Сергей Коков.